Сборка, короче. Здравствуйте. Фирамир, Фирамир, смотри, как мы должны сделать, Фирамир. Смотри, мы вот так вот становимся, вот так вот за тачку. Фирамир, вот так вот. Вот так вот. Чтобы я присел. Так вот. Во, смотрите, кто приехал. Мы видим его, я вижу его. Стреляй. Ой, я убил. За это я не очень. Ты убил меня, Омочи Сэй. Омочи Сэй. Так это бан. А почему у меня миллион бан? Почему у меня меньше? А мы видим... А, так ты забрал, наверное. Вау. Месть. Чем ты убил бобину? Что это за хрень была сейчас? Я тебя убил, перебегал дорогу, и у меня ДПС сбил на машине и убил. Блин, реально, графика такая, что мне плакать хочется, реально. То есть она настолько крута. Нельзя забрать. У тебя наличка ноль, а банки у тебя... Блин, как ты хэдшот? А, тут за каждую смерть 500 баксов снимается. Да, да, я тоже заметил. Короче, я селфи сделаю с нами, подождите, я селфи. О, давайте я тоже. А я не знаю, где это сохраняется. Как это сделать? А мне надо, как-то мне надо смотреть, ой. Эй. Черт, извини, я не хотел этого. Так, короче, я сейчас селфи открываю. Так. Как мне встать вот так, чтобы я смотрел в кадр? Серёга тут стоит. Решили пойти погулять, стали делать селфи. Стой так, Фирамир, я как раз твою задницу сфоткаю. Ты на меня так смотришь, как будто так, знаешь, опасно. Оу, ее. Это, короче, какой-то... Что за хрень? Ребята, меня переехал два раз. Ой. Стояли трое селфи, делали сбили. Давайте станем это. О, блин, что за хрень? Буй. Пирамид. А чё, мои друзья, бьёт? Фрэнсон поехал. Смотрите, а вам видно, что я сейчас делаю? Смотрите. Массажик пирамиру. Массажик пирамиру? Меня качает. Включите какой-то радиорэпчик там. Нельзя. Нет, вот это движение вниз, так, знаешь, фаст выглядит странно. Да, бреющий вечерочек, друзья, с вами Фирамир и Эдисон. Всем привет! А также Аслагор. Всем привет! Сегодня мы играем в GTA 5 онлайн. Начинаем колбаситься. Я не успел отойти. Ты же начал колбаситься. Фейл. Смотрите, ребятки, мы начали играть, у нас как раз таки утро, мы находимся в этом замечательном городе, охренительная графика, и что же мы будем делать, ребят, давайте, предлагайте ваши варианты. Что я предлагаю хотя бы... Смотрите, он от меня шугается, смотрите. О, давайте побьем этого, этот нигер многое себе позволяет, мне кажется, или это нигер. Ну, в любом случае, давайте побьем это его. Это нигер, так. Давайте. Да, ой, давайте, блин, попал под раздачу. Че делаешь, эй! Я к вам. Блин, нет, сейчас стоп, не надо. Эдисон, долбанный псих. Реально опасный Эдисон. Манечина. Просто опасный Эдисон, да. Так. Эдисон, как винта... Ну ладно, у меня есть винтажный пистолет, окей, я... Слушай, может начинаем какое-то дело? Оу. Мы можем сейчас, как вариант, так нет, сапослагор спокойно. Давайте я буду вашим водилом, давайте все в тачку в одну. Я предлагаю купить нам квартиру, ребят, потому что мы делали предзаказ, и у нас у всех есть почти по миллиону долларов. Давайте выберем, может быть, я сейчас куплю квартиру и строим там сходку первую. Как вам такая идея, ребят? Еще бы было где как бы переночевать, как в Майнкрафте, типа, первый дом. А, ну можно, но я предлагаю сначала хотя бы одну гоночку в задание, чтобы хотя бы первый опыт получить. Вот смотрите, даже рядом с нами есть гонка. Да-да, вот, давайте все сюда. Го-го-го. Начинаем. Мы только трое в сессии, чтобы нам не мешали какие-то другие люди, да? Да-да-да, потом... нас будут убивать, и это будет... Потом, может, и поиграем с подписчиками даже. Так, не колбась, я не знаю, как это... А, все, вот смотрите, выйдите из этого поля и... Ну, то есть встаньте. Ага, вот. Я пошел что-то. На вызове. На вызове. На вызове, у меня сразу какие-то грязные ассоциации. Да, на вызове. О, у меня пишет запуск сессии снизу справа. Да, давайте. Сейчас у нас будет прямо гонка, такой, знаете, как форсаж, там Вин Дизель с Дуэйном Джонсом выходят и берут миниган. Расстояние 2 километра. У меня напарник какой-то Сэндиман. А что ты не выбрал меня напарник? Я выбирал, но мне кинуло какого-то раунд, что ли. Раунд. Ну мы в любом случае будем в одной гонке, так что ладно, нормально. Так, у меня тут какая-то тачка. Цвет, победная фишка. Ладно, все подтверждаю, наверное. Окей, все. Все, я готов. Мы готовы, да. А, нет, стоп, подождите. А, ну, видимо, да. Продолжение. У тебя какой-то Зендеман в команде, что ли? А тут можно, смотрите, команду выбирать. Вот я вот сейчас вот... Только, блин, я вообще какому-то чуваку опасному в розовой шапке и зелёных штанах. Сейчас попробуем. Это первый опыт, даже если будем
друг против друга. А тут напарник, в смысле, он отстреливается, да? Да, а ты, я видел машину. А да ладно, вау. Не ведет машину, окей. Я стреляю, кстати. Смотри, в GTA гонки вы можете выходить с машины, собирать оружие и убивать соперников. А, у меня чувак просто пах показывает всем. У меня тоже. А ты где напарник упал? Что это за хаос какой-то? Как выбирать оружие, чувак? О, применение оружия разрешено. Так. У меня нет никого. Ну, это оружие машин, то есть машины тут могут ракетами стрелять и вот это все. Или? Да ладно. Да, это как... Есть, это как бонус. А как это сделать? Как это получить? Это знаешь, как Mario Kart, то есть ты на земле собираешь вот эти бонусы. А, я вижу, вижу, вижу. Видишь? О, мы сейчас ракету подберем. Да-да-да. А стрелять вроде на... Что за хрень? Что? Меня убили. Я пока что лидирую, поэтому... Так у вас еще там всех убивают. Да. Ну, хорошо, я оторвался, поэтому меня некому убивать. Я рип, блин, обидно. Я рип. Человек просто с машины выпрыгнул у меня на глаза. Как стрелять, собственно? А стрелять ты выбираешь где-то стрелять. Я не знаю, как стрелять с машины. На букву F нажму. F. У меня вам только факт показывает. Я выпрыгнул. Какого хрена, Эдис? Я выпрыгнул за тебя. Я официально проиграл. Я реально проиграл с подливой. Это было так обидно. Я как-то раз включу еще. Зачем, Эдисон, зачем? Ну что вы хотели, это GTA? Меня так не... О, лол, тут, короче, мой напарник, я его сбил. О, теперь я веду тачку. Клёво. Я тоже. Я на первом месте, ребятки, и меня, скорее всего, уже никто не догонит, то есть я буду победитель, мне дадут $1,000. Вот, у меня будет... У меня стреляют, мне колесо пробили, охренеть. И что мне сейчас делать? О, я взял какой-то предмет. Клёво. А как его взять? Использовать смысл? Вроде на Э. Сейчас серьезно. На Э? Да. Блин, она в самом дальнем углу клавиатуры, как это вообще дотянулось слово? А как ручной тормоз? Space. Ну, его лучше не использовать, я думаю, прямо на гонке лучше, когда можно лететь куда-нибудь. Ну, лучше просто притормозить, да и все. Обычно. Просто офигенно. Я вот катаюсь сейчас на машине, это позволяет мне еще раз восхититься вообще пейзажем. Настолько классен, что... У меня такое ощущение, что я попал в реальную жизнь, серьезно. То есть настолько хорошо все выглядит, что... А мой чувак просто с машины выпрыгнул и куда-то убежал. Я не знаю вообще. О, нет! Эдисон, дай угадай, ты нажал на F, да? Все. О, да! Тут просто засады были возле меня. Я финишировал, и я просто офигею. А я второй по счету или какой я там иду? А Звагор, а ты какой? А я последний, потому что моего напарника убили, он, короче, ливнул. А ты нажал F потом вообще. Да, я нажал F. Типа как... За Эдисона, Эдисон во всем виноват, Эдисон. А не, как стрелять? Alt F4, короче. Это, кстати, так реально троллили раньше какой-нибудь доте, то есть как применить что-нибудь, нажимаешь Alt F4, у тебя, короче, включается дота, и ты профит. Ага, я вообще там один из последних пришел. Так, я, по-моему, смотрю за Свагором, ты какой-то розовой тачке едешь, что ли, или что? Да, так это тачка моего напарника. А мой напарник сразу выпрыгнул в начале, и все. А, вот. Вент. Короче, когда так тащилась, получилось. Блин, хоть реально много тут, блин. Сколько разновидностей тут тебе предлагают. А, ну вот, тут, наверное, штук 20 вообще на выбор. Блин, они не так сильно отличаются на самом деле, там какие-то просто минималочки. Ну, а я вот на розовенькой поеду, все. Гламурненько так будет. Бабла нам тут, конечно, дали немерено. Из-за этих переносов у нас полямы у каждого. Снапка $2000, я думаю, сойдет. Соп, а почему 4 из 5, я не понял. Что 4 из 5? Да. Или это просто прикол? Не знаю. Ну, ладно. Блин, у меня реально такая секс-чика получилась, что у меня прям вообще... У них хрена себе у фермера машинка. Да, розовенькая ты такая. Ты самую быструю взял какую-то. А ты, по-моему, лол, тут, по-моему, логотип Bentley, если я не ошибаюсь. У него, кстати, турбонадув с этими выхлопами. Охренеть, а я взял... И я Злогор такую же взял. Да, я взял какую-то... Ты чё, ел? Идите в жопу. А я понос самый взял какую-то. Блин, а лол, почему я медленнее всех еду?
Не знаю, ты розовый просто. Ух ты, блин, Феромир, ты чё такой? Я тебя бортанул, блин, и сам главное. Ты чё, дурак, Феромир, ты вообще, ты нормально вообще ездишь? У тебя с головой-то всё в порядке? Ты чё? Мы с тобой команда Dreamline, ты забыл, что ли? Ну, понимаешь, правило команда не действует на гоночке в GTA, тем более, когда я играю за секси бобины, понимаешь? Говна. Стерву, я развернулся. Нет, не перегоняйте меня! Зараза. О, мне дали. Я слушай, просто вырвался на первую позицию, мне сразу опыт дали, прикинь. Ты вообще красавчик. Я говорю, у меня не машина, а какой-то понос. Вы, наверное, самые гоночные взяли. Я еще и разбил. Эй, ты офигел? Печ! Блин, я сам Феромир, я сам сдох. А, ты вообще в другую сторону. Блин, нет. Феромир, лалка. Нет, я сейчас тут, блин, иголка. Бай-бай! Эдисон, ты че? Ты посмотри, Эдисон обогнал на своем поносе. На поносе, вот-вот именно. А, ну блин, ну че. Блин, Феромир, что ты сделал сейчас? Просто подпортил все мне и себе тоже. Ну, короче, Эдисон изи такой, это изи мани. Ну как изи, я на поносе гоняю, а вы там. А, лох, Феромир! Ты че? Ты че, Феромир? А вы там на спорткарах каких? Я хам, сбиваю людей, где хочу. Новая программа. Новая программа «Стоп, Феромир». Так, давай, блин, догоняйте меня. Этот понос еле едет тут. Сейчас, короче, мы тут будем уезжать, а ты так на изи, короче. На изи. Терпом. А это я так же проще гонку выигрывал, то есть там все друг друга унижали, а я просто ехал. И ты тоже на поносе, кстати, был, наверное. BMX. Ты понимаешь, Феромир, в чем наша проблема? В том, что мы вот реально друг друга сейчас убиваем постоянно и мешаем друг другу. В этом и смысл гонок. Эдисон сидит спокойненько. Да. Если я был на вообще пофиг. Наберусь, если это мы проиграем, то Эдисон отыгрывается вперед. Давай. Я вижу вас на карте, если вы хотите увидеть, где ваш противник, нажмите Z. Там большая карта появляется. Нажмите F. Нажмите F, пожалуйста. Если вы сразу хотите оказаться на финише гонки, нажмите F. Нажмите F. А лучше Alt F4. Режим полета. Я проиграл, кстати, если что. Режим полета, нажмите F. Да, если ты выиграл, мы уже тебя не догоним. Ну, я хотя бы второй. Ну, а если я сейчас стукнусь где-то? Зато на великах выиграл вас. А, ну... Кстати, заметили, мы уже по одному разу каждый выиграл. Да, это, по-моему, достаточно честно. То есть у нас подписчики на канале никому не скажут, типа, о, нуб. То есть каждый выиграл по разу и... Easy. Not even close, baby. We are the champion. My Azalagor. Fuck you, bitch. А я в конце нажал F. 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 И чё, выиграл? Включил режим полета. Да. Режим телепортации. Мне все равно дали 2000 долларов за 1000 баксов, которые я вложил, так что я доволен. Мне три куска дали за 100 баксов, которые я вложил. Обидно сейчас, обидно. Обидно очень. Я только сейчас понял, Эдисон, то есть если твой скин из Майнкрафта, снять с него кепку и этот пиджак, тоже у тебя персонаж достаточно похож, по-моему. Да, практически. Например, если с твоего персонажа тоже снять кепку и халат, тоже будет очень похож на самом деле. Будет натуральный Феромир. Натуральный. Ну что, ребята, вот и закончилась первая серия GTA Online. Мы поржали от души, и я надеюсь, вам тоже было приятно смотреть эту серию. Если вы хотите, чтобы мы больше играли в GTA Online, чтобы мы больше веселились, играли с друзьями, также иногда с подписчиками, то запилите большой лайк. Когда эта серия наберет 500 лайков, сразу же выходит новая серия GTA Online. Независимо ли это через... 20 минут наберет эта серия 500 лайков или через пару дней. Все же сразу же выходит новая серия GTA Online. На этом, ребята, мы заканчиваем. Ссылочка на Феромира Азалагора в описании. Также подписываемся на меня, ставим лайки и на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.